Насер Аль-Вахиши, лидер группировки Аль-Каида на Аравийском полуострове, был убит несколько дней назад, предположительно в результате удара с беспилотного летательного аппарата. Эта информация была распространена со ссылкой на службу безопасности Йемена, на территории которого близ города Эль-Мукала и произошло убийство, а затем подтверждена самой террористической организацией. Аль-Вахиши считался человеком номер два в Аль-Каиде, а ранее был известен как личный секретарь Усамы бен Ладена, основателя группировки. Тело Аль-Вахиши было идентифицировано в йеменском морге вместе с телами еще трех боевиков. Объявлено, что возглавлять группировку теперь будет Касим Аль-Раими, ранее руководивший ее боевыми операциями. Группировка Аль-Каида на Аравийском полуострове стояла за многими громкими терактами. В том числе она взяла на себя ответственность за атаку в январе этого года на французское сатирическое издание «Шарли Эбдо». Тогда были убиты 12 и ранены 11 человек.